кот. Мы его подобрали с улицы, с помойки. И он себе дома нашел привычную среду. Мы тут создали помойку. Да, Матюш? И Матюша такой: ой, это же мое любимое место. Как я люблю всякую гадость, да? Матюша не очень любит коробки. Мы ему давали коробки, он в них не сидит. Вот коробка, в которой помойка, это совсем другое дело, да, Матюш? Это прям как дома, как в детстве. Обиделся такой, да ну тебе. Я обидела кота. Ну, я сказала, что он помоечный кот, что он попусился в помойке, как дома. Он обиделся и пошел есть травку. Да, Матюш? Ой, я дома жил на улице и ел травку. И поэтому никакой помойки я не знаю. Сами вы помоечные. А я жил на улице в травке, на солнышке, а потом на снежке, но зимой. Да, Матюшка, обидели тебя. Сегодня мы хотим поздравить Матюшу с очередной годовщиной. Мы понятия не имеем, когда у него день варенья, но мы можем отметить год, когда он с нами. Вот у нас пошел третий год. Поэтому мы подготовили традиционно свечку. Правда, его втыкать некуда. Обычно мы ему что-то типа паштета торта. Но за 3 года мы наконец-то поняли, что любит наш кот. И он любит не паштет, а суп. Поэтому мы подготовили суп. На выбор 3 любимых супа. Вот. Но это на десерт. Потом мы ему подготовили свежую травку, но это она еще долго будет расти. И купили подарочных рыбок. Вот таких. Плюшевых. В интернете есть рыбки специальные, в которых вшиваются такие мешочки смятые, но они что-то у нас заказали, там вернулись. В итоге мы заказали какие-то другие, вот эти дошли. Но мы решили не унывать. У нас есть запас мяты. Сейчас мы натрем их кошачьей мятой и посмотрим, понравится ли ему подарок. Два. Не обожгись. Уже вот дым смещает. Ну-ка, хочешь играть с рыбой? Нет. Я суп хочу. Ты же убирай подарки. Не хочешь воевать с рыбой, а с этой рыбой хочешь воевать? С этой рыбой хочешь воевать? Рыба нападает. Кушать я рыбы, скажи, Матюш, ненавижу их. Даже когда мне они не интересны, я их все равно ненавижу. Турецкие подарки. Давай, Матюш, хватай! Хватай! Рыбу! Твой подарок! Подарок!
подарок. Рыба. Почему на мне рыба? Что происходит? Бери этот срочно, человек. Мне это не надо. Хочу вторую. Теперь на тебе две рыбы. Подарок. Давай, Матюша, обратно. Мы тебе подарили рыбку, а ты куда с ней ушел? А тебе ее принес. Рыба выигрывает. Это же рыба как выиграла, да? Не, нифига, сейчас я отомщу за все. За все свои заключения. Понаставили тут каких-то сушилок, скажи, да? Кто вас просил? Сейчас он ее себе в воду положит. Будет чудесное завершение вечера. Давай, давай, Матюш, давай. Китайцы. Все?